Это Лия? Твоя родственница? Нет. А семья? Где они? Моя мама, папа, сестры. Я чувствую, что их больше нет. Кроме нее. Она жива. Гордость Польши и выживший в Освенциме! Гарри Хафт! Хотел узнать твою историю. Все знают мою историю. Я выжил в Освенциме. И никто не спрашивал, как ты выжил? Мы это не обсуждаем. За мной. Никогда. Моя девушка, она не знает, что я выжил. Про тебя узнают на всем восточном побережье. Расскажи мне о фашисте. Хочу, чтобы ты дрался на ринге. У меня есть выбор. Выбор есть всегда. Я был бойцовым псом. При этом стал самым защищенным евреем в Польше. Предатель! Лео Крушинский? Ничего, сожалею. Смотри еще. Где я? Везде смотрел. Я сказал, смотри еще! Мы пытаемся помочь тебе ее найти. Ты знаешь, я должен выиграть. Выиграть нельзя. Можно только выжить. Хочешь меня убить? Сними с предохранителя. Не самый мудрый выбор. Убить единственного человека, стоящего между тобой и газовой камерой. Это выбор, который мы делали каждый день. Который мы делали, умирая с голоду. Никогда раньше не видел выживших. Соболезную. И когда вспоминали, что у нас когда-то была семья. Скажи, кого ты любишь больше всех на свете? Ради нее стоит сражаться. Она спасла мне жизнь. Гарри Хафт. Последний бой.